Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители! Если вы следите за видео на моем канале, то уже знаете, что сегодня в семье Стаса Пьехи произошла трагедия. Соседская семья жестоко избила 7-летнего сына Стаса Пьехи только за то, что мальчик проткнул бассейн карандашом. Соседи Стаса Пьехи, известная семья, футбольный судья Безбородов и его супруга. Так вот, супруга судьи схватила мальчика за шиворот и кинула его в сторону. Мальчик получил сотрясение мозга, и данная история получила развитие событий. Судья Безбородов сказал, что выгонит свою жену из дома, так как она истеричка, но сейчас в данное время находится на футбольных сборах. А тем временем сыну Стаса Пьехи стало значительно хуже. У 7-летнего Пети диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ссадины. Но уже спустя сутки наследнику Пьехи стало еще хуже. Малыша тошнит и у него болит голова. «Я не могу думать ни о чем другом. Мне больно за свою семью. Мне страшно от того, что это вообще могло произойти», — сокрушается супруга Стаса Пьехи. Дорогие друзья, мы следим за развитием событий. Если вы хотите оставаться в курсе последних новостей, то вы можете подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и на все уведомления, чтобы быть в курсе последних событий. И берегите себя. Увидимся.